Сейчас эпидемия профессионального выгорания. Оно связано с изменением жизни, которое случилось у нас из-за пандемии, из-за локдаунов, из-за изменения характера работы. И очень многие люди испытывают эти проблемы. Вопрос, отличается ли вот профессиональное выгорание от усталости? Можно ли, условно говоря, просто отдохнуть и изменить свое восприятие работы? На самом деле отличие фундаментальное. Потому что, когда мы говорим про усталость, мы говорим про состояние и переутомление там, и так далее, которое может лечиться определенными инструментами, так скажем. Когда мы говорим про профессиональное выгорание, здесь у нас возникает история, при которой у человека формируется негативное отношение к предмету своей работы. Он обесценивает свою работу. Как только вы ее обесценили, после этого вернуться к ней и чувствовать себя хорошо очень сложно.